Обычное дерево в умелых руках становится настоящим произведением искусства. 21 марта в художественном салоне «Невский» завершилась персональная выставка картин Евгения Русанова. Больше чем полвека он занимается контурной резьбой по дереву. За это время создано немало шедевров, начиная от макетов кораблей для музея флота и заканчивая подарком Сталину. А вот в выставках участвовать не приходилось. Это первое в жизни. Евгений Русанов признается, настолько прикипел к творчеству, что не может представить себя без него. И пусть здоровье уже не то, глаза страшатся, а руки делают. К дереву прижился, то есть я прирос. Даже работая вот на производстве, я отработал 42 года, я все равно с деревом не расставался. Евгений Русанов попробовал вырезать по дереву, еще будучи 5-летним мальчиком. Серьезную технику он приобрел уже в послевоенные годы. С искусством контурной резьбы познакомил пленный немец, работавший в одном из цехов, производящих мебель. За год Евгений освоил все тонкости ремесла. Яблоня, вишня, липа и даже сирень. В своих картинах художник использует разные породы дерева. Природа дарит не только материал для творчества, но и вдохновение. Роща березовая, мне она понравилась. У моей родины очень много березовых рощ. На берегу Волги, верховье Волги. Душа легла на эту картину. Ну, значит, надо оживить. Оживить лось. Хорошо, лося сделал. Ага, зайца. За пнем прячется. А потом надо, чтобы это придать какой-то еще сюжет. Рысь из рощи выходит. На изготовление одной картины может уйти больше, чем полгода. Работа кропотливая. Набор инструментов незамысловатый. Главное – терпение и усидчивость. Художник давно начал задумываться, кому передать свое мастерство. И недавно такой ученик появился. По словам Евгения Русанова, у 14-летнего мальчика большие способности. А если есть преемник, искусство будет жить. Я хотел бы, чтобы в нашем районе выставки не кончались. Культура, чтобы не исчезала. А культура – это все, это наше все, будущее детей и всех нас. Без культуры мы жить не можем.